Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. И у нас с вами турнир закончился. Ну что же, забираем свои призы. Мастер 3 звезды. Другого и быть не могло. Поехали. Так, что у нас тут? Ну, почти 9700 сюриков. Так, змейка бьюн 50 ДНК, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Отлично, забираем с тобой здесь. Сразу идем в магазин, открываем с тобой бесплатно пак. Кто нам змейка бьюн тоже выпадает? Ха-ха, прикольно. Так, по заданиям у нас все с тобой выполнено. То есть, подожди-ка, у меня и по энергии, что ли, все сделано? Да, это очень интересно, почему так? Упс, друзья мои, что... А что это такое? Турнир... Подожди, а с какого перепуга турнир-то закрыт? Эй! Это что за дела? Друзья мои, это что за подстава? Я не понял, это что за сбой в игре? Турнир, значит, закончился, а я ничего не могу сделать. Не бустануть сегодня, ничего. Смятение из другого измерения работает? Работает. Ладно, давай поиграем пока в него. Ребята, это что за облом, а? Скажите ко мне на милость. Это только у меня или у кого-то еще? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а? Я, конечно, сейчас после этого турнира, ребята, ой, после смятения выйду, попробую посмотреть, может быть, там какие-то обновы есть. Новые. Это что за дела такие, а? Сегодня должен быть буст, и на тебе. Мне просто сказали, парень, а она недоступна. Жди, скоро будет. Сколько ждать? Ха. Да, вот это дают, ребятульки. Так, ладно, пока не будем раньше времени тут ругаться. Может быть, действительно проблема в каком-то обновлении. Но, тем не менее, у нас сегодня есть чем заняться. Как ты видишь, я буду проходить смятение. Так, что у нас тут? Хан. Ну, я, наверное, думаю... Нет, хиляться я не хочу пока. Не хочу и не буду. Будем просто с этими разбираться. Так, минус. Давай, наверное, этого чувачка тоже хана вольнем. Так... Змея-карай. Ну, она, ребята, ватная, поэтому она сейчас быстренько упадет. Тыч, все, она готова. Так, этот с удара упал. И этого тоже мы с тобой на добивку. Ну, давай, Усаги. Шикарно. Ну что же, отлично. У нас остается с тобой только лишь поединок с... Каким? С оригиналами или с классикой? С классикой, по-моему, да, у нас там идет. Ладно, мы с ними сейчас тоже побомбимся. Ну-ка, где они? Да, классика. Классические черепашки против меня. Причем, ребята, вы заметили, их четверо. Могли бы сюда, конечно, бы им запихнуть и сплинтера. Но почему-то не стали этого делать. Ладно, давай начнем с уклонения. Я знаю, что они могут сделать. Поэтому не будем рисковать. Так, майки ушатаем. Да. Теперь Лео. Блин, двойной атаки не было. Что ты делаешь, а? Что там снимаешь? Снимать-то нечего. Снимает он там. Так, опа, он промахнулся. Промахнись и ты. Нет, он попал. Так, Донателло, тебе крышка. Ты в курсе? Да. И остается Рафаэль. Ну что, Рафаэль может, конечно, хильнуться, но это его не спасет. В любом случае. Все, ребята. Вот так вот мы с тобой разобрались с классическими черепашками. И двигаемся с тобой дальше. У нас начинается второй круг. А, нам нужно еще Шреддера с тобой победить. Да, Шреддер у нас будет. Вот он стоит, родной. Так, я точно здесь все? Да, все прошел. Шреддер, значит, да? Блин, у меня, конечно, командочка-то немножко потрепанная, ты заметил? Так что тут надо быть аккуратным, потому что он может бомбануть. Я знаю его на вот эту глефу, которую он применяет. Так, если что, хильнемся, в принципе. Ага. Грибок-то что творит? Давай хильнемся. Окей. Так, уничтожаем свой этот гриб. И... Нет, наверное, вот этот гриб тоже уничтожим. На всякий случай. Так, а теперь уже будем разбираться с крипом. Давай ракетами в него. Воу! Ты видел, сколько мы хп отняли у него с одной ракеты? Практически все. Не знаю, каким чудом он вообще выжил-то. На тебе. Ну что же, а вот и Шреддер. Шреддер классика на шестом канале.
Давай, выходи, голодранец, я сейчас с тобой разберусь. Смотри, у него нету, не было, ребята, меча в руке, вот, поражает меня, откуда он его уберет? У него складной, что ли, там? А ну-ка, давай-ка мы тебе апперкотик сделаем. Опа. Так, еще и постепенно урон повесили. О, еще и защиту ему понизили. Все, он наш, этот хлопчик наш. Опа, ты видел, что он? Сколько он делает от хила? Обалдеть. Плюс еще броню. Так, ну-ка, раз, два, готов. Как он не старался сопротивляться, ребята, ничего ему не помогло. И мы его уничтожили. Так, давай-ка мы сейчас с тобой еще разок зайдем, посмотрим. Неужели не открылось? В чем проблема, а? Так, ну-ка. Блин, ну это трындец. Это какой-то трындец самый настоящий. Ладно, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Хм. Какой-то баг, наверное, в игре появился. Или фиг его знает. Почему неделя не обновилась? Раньше такого не было, я не помню, по крайней мере. Так, давай-ка с тобой бомбить Криса Брэдфорда. Чуть-чуть, да, нам не хватило его подбить. Ладно, это ерунда, исправим. Так, и таракан бронированный, тоже его на помойку. Так, ну, Майки, добей его. Вот, красавчик, совсем другое дело. А здесь у нас с тобой Хан, Ванька-стиранка. Сделаем, наверное, массовую атаку. Ну, чтобы долго здесь с ними не церемониться, да? Опа. Фигня какая-то получилась. Усаги, ну вот что ты сделал, а? Ну, посмотри. На самом деле, ерунду какую-то он сделал. Надо было их просто сразу же обомбануть, чтобы они от постепенного урона погибли. Но очень много здоровья оставил ему Усаги, поэтому пришлось Леонардо, как говорится, помогать. Так, поехали с тобой дальше. Следующее у нас с тобой испытание. И здесь... Здесь кто у нас? Покажите мне, пожалуйста. Ага, Ксивер Монтас. Ну, с Ксивером Монтасом мы с тобой сейчас разберемся быстренько. Он сам по себе ватный. Особенно если он не делает дебаф, то он... все, он уже ничего не сделает. Дебафы он сделал, потому что мы его заблокировали и его вообще подбили. Так, все. Переходим с вами на вторую волну. И здесь у нас кто? Рокзар. Нейтрализатор. Волну давай выпустим. О. Так, дальше мы с тобой будем, наверное, бомбить Рокзары. Отлично, от постепенного урона, по идее, должен отдуплиться. Теперь нейтрализаторы. Тоже должен отдуплиться. Теперь вот этого ханурика. Есть. В плане. Так, Рокзар упал. Нейтрализатор упал. И добиваем эту училку. Все, ребят. Вообще без проблем каких-то, да? На изи прошли. Ладушки, тем лучше для нас. И мы с тобой двигаемся дальше. Зашибись, у меня будет серия, да? Вместо, как говорится, буста, у нас сегодня будет смятение из другого измерения. Зашибись. Раз, два, три, четыре, пять. Лучше придумать нельзя было. Ну что, зэк? Блин, костюм у него прикольный, да, такой? Неоновый, подсветки, все дела. Ну-ка. А, он еще и под ускорением. А, это сделали маузеры. Все, я понял. Заблокировали. Ну все, 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 хватит уже, а, баловать здесь. Ты что, пинается, ты посмотри на него, а. Так, минус и минус. Переходим дальше. Ага, мутагеноид, муха, ну, вся шайка-лейка здесь собралась. Так, а вот это у нас, если я не ошибаюсь, друзья мои, Ксивер Монтас, да? Он же превратился, по-моему, в этого, в острозуба. Для него же этот Бакстер Стокман делал вот эти вот механические ноги. Подожди, подожди, тут, кстати... Тут, кстати, очень опасно. Ты посмотри, сколько здоровья он мне оставил, эй. Ну-ка, давай-ка мы сделаем с тобой вот так вот провокацию. И нам нужно хиляться как можно быстрее. Посмотри. У Бакстера Стокмана здоровья вообще мало. Вот, теперь совсем другое дело. Минус. Так, опять массовые атаки, а. Нам нужно с тобой убрать вот этого мутагеноида. Поехали. Жалко, двойной атаки нету.
Ага. А так если... Все. Отличненько. Ну что же. А мы с тобой переходим на следующий поединок. И там остается у нас совсем немножко. Скоро замкнется у нас круг. И будут у нас уже кто там? Оригиналы. Раз, два, три, четыре, пять. В общей сложности всего лишь 7 боев. Что такое для нас 7 боев, ребят? Это сходить, налить чайка, да? С пирожками. Как я раньше любил. Просыпаешься утром, мама наделает пирожков. Горяченьких, вкусненьких. Плюшек там каких-нибудь. И ешь с удовольствием, да? С этим, с молочком. Самое то. Но это было давно и неправда. Сейчас уже не до молочка и не до ватрушек всяких. Некогда элементарно даже этим заниматься. Так, ну что, давай, наверное, острозуба попробуем бомбануть. А-тя-тя. А если вот так вот? Замечательно. Ну что, будем, наверное, уничтожать. Тихо ты. Вот Бибоп, кстати, опасен, когда он начинает вот этот бластером своим пользоваться. Да ну хорош. Еще и Рафаэля мне застанили, зашибись. Ну-ка давай. Ага. С этим покончим. И со змею карай тоже надо завязывать. Все. На изи. Так, было 7 боев, осталось 6. И таким-таким, ребята, потихоньку способом мы с тобой пройдем полностью смятение это все. Значит, я тебе скажу следующее. Пора тогда сегодня, наверное, делать серию по мутантам безумным, да? Игру будем сегодня снимать. Так, ну, я тебе скажу, на самом деле, там очень все сложно, ребята. Там прокачиваться и прокачиваться. Я даже не знаю, как там вообще пройти. Кстати, мне там Мондагека выпал. Да, я его сейчас прокачал маленько, но в боях еще не тестил, поэтому ничего про него не скажу. Сегодня потестим, посмотрим, что к чему и почему. И, кстати, там игра у меня почему-то начала очень часто зависать. Ну, именно вот перед боем, да, она не входит, просто зависает и все. У вас то же самое или это только у меня такое происходит? Так, ладно, уничтожили. Видишь, пока разговариваем с тобой, на изи все это и проходим. Так, ладно, остается у нас сколько? 5 боев? Остается 5 боев. Начинаем с этого. Кстати, надо хильнуться. У Рафаэля очень мало здоровья. Надо хильнуться сейчас, потому что потом пойдем мы с тобой на оригиналов. Уже там некогда будет хиляться или что-то еще делать. Хорош. И Хан. Хан тут опасен, конечно. Может звездануть своей ногой и все. И кого-нибудь отправить. Давай попробуем так сделать. Раз. О, видишь, сколько отнимает. Совсем образел. Так, ну что, Хана мы с тобой подбили. Маузера подбили. И этого тоже. Блин, двойной атаки не было. Все, готов. Что-то Бакстер Стокман здесь на самом деле слабину дает. Посмотри, как он самый ватный, по-моему, из всех. А, ну я понимаю, почему, ребят. 86 уровень у него. Даже не 90-й. У остальных-то, смотри, все 90-й, 100-й уровни. Что я хочу от него? Так, вертушку тогда сделаем. Скажи, зачем я сейчас трачу вертушку? Блин. Если у меня сейчас будет наклевываться битва с оригиналами. Молодец, Рэй. Давай так же, в таком же духе. И мы с тобой придем вообще без суператак. Ладно, поехали сюда. Блин, не хочу я Бакстера Стока набрать. Я лучше возьму, наверное, Донателло. Вот так вот. Пускай он 80 уровня, но он может повесить защиту нам крутую. Тихо, тихо, крыса. Спокойнее, не надо буянить. Давай-ка ее, опа, к праотцам. А здесь то же самое. Двойная атака, уничтожишь? Молодец, красавчик, Лео. Так, здесь тоже подбили. Кто у нас тут? Пиццелицей. Я лучше броню повешу. Я лучше повешу здесь броню. Потому что вот эти вот молотильщики сейчас начнут тут буянить. Так, в минус. Пиццелицей, пора тебе
про отца. Ага, муха тут своим плевком ничего она сделать не смогла. Крис выжил, как ни странно. Ну ты видишь, защита что делает, ребята? Они практически нас не могут пробить. Вот такая вот крепкая у Донателла броня. Так, в минус. И остается лишь вшивая муха, которую мы сейчас быстренько-быстренько уничтожим. Ну, Донателло, конечно, как боец, ну, ты сам видел, вообще не алло. Столько мало здоровья отнимает. Он лучше как вот бафер, дебафер. Нет, он не дебафер, ребята, он бафер, именно кастует броню. Ну, есть у него еще массовая атака с сюрикенами, но она тоже не очень такая сильная. Ну что же, вот мы с тобой и добрались до оригиналов. А мы с тобой добрались до оригиналов, а я вот сижу и думаю. Трындец. Я же на Донателло потратил щит, да? Потратил. Поэтому я его не стал брать. Взял Армагона. У Армагона, по крайней мере, все суперудары на месте. Начинаем. Подожди, а у меня что, подожди, а у меня уклонения не было? Ладно. Давай попробуем без уклонения. Но это люто будет. Это будет люто, если честно. Так, минус. Это минус был. Давай попробуем любого, в принципе, без разницы. Окей. И остается Рафаэль. Давай вот этим вот суперударом. Ну-ка. Изи. Просто разобрали. Вообще элементарно и просто, ребята. Круто, что я могу сказать. То есть теперь можно уже не волноваться, да? Ни за оригиналов, ни за классических черепашек. Они проходятся в любом случае на изи. Так, ну что же, ой. В плане, ребят, я не успел. Блин, куда я спешу? Я не взял одного персонажа с собой. Трындец. Ой, Рэй, ну ты молодец, а? Куда же ты спешишь-то так? Блин, нас в меньшинстве. Ну, точнее, не здесь в меньшинстве, а вообще нас меньше, ребята. Четверо нас. Ладно, попробуем так сыграть. Эй-эй-эй-эй. Какие еще отложенные смерти? Не надо этого делать. Давай, Майки. Тыч, готово. Переходим с тобой на вторую волну, смотрим, сколько их здесь. Массовых атак не... Ох, ё-моё. Есть. Есть массовая атака у Лео. Шикарненько, я тебе скажу. Просто шикарненько. Смотри, как получилось все. Все практически упали, этих сейчас добьем. Найс. В меньшинстве, ребята, мы с вами победили. Ну что же, у нас с тобой остается, по-моему, последний бой, насколько я помню. Это уже сам Шреддер. Ой, Шреддер, сам Крэнк. Да? Вот он, друзья мои, стоит. Давай-ка я, наверное, возьму здесь. Да, можно и Рокзара, в принципе, я думаю, взять, да? Ну что, Крэнк, иди сюда. Будем с тобой опять разговаривать. Опять он недовольный. Хотя вначале он будет довольный. Подтирать свои ладошки. Какие ладошки? Щупальцы, елки-палки, ладошки нашли тоже бы ему. Так, заблокировали. В плане, он еще и меткость мне понизил. Эй! Я так не договаривался, парни. Давайте-ка как-нибудь попроще. Бакстер упал. Так, дай-ка я здесь сделаю себе баф на всю команду. Вот так вот. Совсем другое дело. Прикинь, контратака практически у всех. То есть у Крэнка вообще сейчас шансов нету здесь на победу. И, возможно, он всего лишь один удар сделает по нам. И все. Давай, Крэнк, вылази там. Ты понял, что это за постамент, да, такой? В этом постаменте... Вот этот вот робот его, как тебе сказать, заряжается, короче. Так, давай-ка мы хильнемся на всякий случай. Вот так вот. И начнем. Смерть с небес. Фу, что-то нелепо-то. Ярость Рафа тогда делаем. Окей. Так, бумс. Контратака. Поехали. Надо было уклонение поставить. Ладно, фиксим. Ну-ка. Раз. И добивочный. Все, ребята, короче, я уже понял. Крэнк,
черепашки для нас тут вообще не в указ. Мы их разбираем в любом случае, что бы они тут ни делали. Ну что же, победа за нами, и мы с тобой забираем все наши награды. Ну, во-первых, пак. Ну, а во-вторых, будем уже открывать сундуки. Поехали. Собрать. Вот он, пак. Так, Донни. Классика. Рафаэль классика. Опять Раф классика и Майки классика. Отлично. Что у нас тут? Кирби. Так, Кейси Джонс фильм. Майки. Махман, Саблезуб. И Кирби. Да что ж такое-то? Зачем мне вот столько Кирби, а, даете? Так, вот Леонардо классика. Нифига тут сколько Лео повыпадало нам. Так, Леонардо оригинальный. Донателло классика. Донателло и Микеланджело оригинальный. Ну, ребята, в принципе, неплохо. Очень много дублей, конечно. Ну да ничего. Все, друзья мои, так, посмотрим. Блин, нет, все еще до сих пор не откатилось. Странно. Так, ладно, ребята, тогда будем на этом заканчивать. Еще раз попрошу вас, напишите в комментариях, у всех так или только у меня. А я пойду перезагружусь. Если дальше мы увидим с вами продолжение, то все нормально. Если же нет, то ничего, ребята, не исправилось. Так что всем пока и до скорого.